И всем привет, с вами Тима и Артём, до сих пор бабушки. И сегодня мы открываем 19-е задание. Следующее задание будет юбилейное. Перемешиваем наши коробочки. Так, и достаем какой-нибудь задание. Ну, вот такой, например. Вот. Так. Так, почти. О, все. Мне показалось. Снять свое кино. Ну что ж, поехали. Ну и сейчас мы начнем снимать кино, а потом вам покажем. Жил-был мальчик Ирью. Он жил обычной жизнью. Он был очень радостный ребенок. Он любил играть в футбол. Пионербол и волейбол. А еще он очень любил кататься на роликах. Но однажды он задумался: а пойду-ка я собирать ягоды и кушать их. И вот Кирилл пошел за ягодами. Первым делом он попробовал малину. Потом он попробовал черную смородину. А потом красную. И Кирилл решил попробовать неизвестную ягоду, так как он не знает, что ягоды бывают ядовитыми. Да. Он выбирает ягоду и ест ее. И случилось что никто не ожидал. И, возможно, теперь всю жизнь он будет таким. Где? Что происходит? Здравствуйте. Вы проснулись после 3 лет комы. Вы были в коме, потому что съели ягоду, от которой можно заболеть бешенством. И вы вылечились. Поздравляю вас.